Традиционно после заседания правительства Станислав Воскресенский провел совещание с главами. Особое внимание своих подчиненных губернатор обратил на необходимость создания рабочих мест и привлечения инвесторов в районы. Своей работой губернатор считает привлечение крупных компаний в регион, за которых борются другие главы субъектов. Но и главы муниципалитетов не должны оставаться в стороне от этой работы. Также Станислав Воскресенский высказал свое недовольство по поводу общения глав с жителями вверенных им территорий. Зачастую на обращение граждане получают отписки. Подобный диалог с населением недопустим. Вопросы тоже все понятны. ЖКХ, представление жилья, дороги. Ну, вы все их лучше знаете. Не всегда вопрос решаемый. Но я считаю, наша обязанность уделить внимание человеку. Если он пишет о проблеме, значит, накипело. Значит, не просто так пишет. Поэтому я что хотел сказать? Я предлагаю и поручаю вам, значит, что по таким обращениям работать надо лично. В тех случаях, когда это требуется, с выездом на место, но в любом случае с участием заявителя. Пригласите, поручите своим, где-то сами, где-то поручите исполнителям, своим заместителям. Пригласите человека, выслушайте человека.